Наши отношения с Россией развиваются по-разному. Мы можем где-то спорить, где-то не соглашаться друг с другом, но в конечном итоге мы всегда были, остаемся и, уверен, останемся союзниками. Беларусь в этом диалоге настроена на конструктивное взаимодействие, но главное условие, человеческое условие, на равноправных началах. Это не значит, как в России часто, даже в высоких кабинетах мне приходилось слышать, взять все в кучу, собрать и поделить пополам. Беларусь и Россия. Я откровенно говорил, что если это так сделать, то мы вообще подавимся от того, что нам достанется от этой громадной страны. Нам ничего вообще не надо от России. Нам надо только, чтобы были исполнены те наши договоренности по духу, по букве, которые мы с ними заключили. Если это союз, это союз на равноправной основе. Аннексия, захват, порабощение – нет. Это уже не те времена, и с белорусами так разговаривать никто не будет. Мы просто не позволим это сделать. Поэтому только равноправные отношения. Если даже где-то нас упрекают, а вот это не прописано. Слушайте, надо смотреть на документы по духу. Неужели, подписывая эти документы, мы подписывались под тем, что с каждым годом у нас будет хуже? Ну, абсурд полный. Мы подписались и пошли в союзы, основой которого сегодня является и должна быть Россия, только для того, чтобы вместе творить нашу историю и понимали, что мы получим от России то, что нам нужно, а они получат от нас то, что им нужно. И мы подписали эти договоры, их просто надо исполнять.